Hare Nanda, Shri Nanda Nanda Na, Abhaya Tara Nara, Vindare. Thank you.
Sahane, Olaria Koro, Nija
Vaishnavatakura Jaya Sadaya Vidase Karuna Kari Yeah.
Thank you.
सर्वते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय From Bhagavad Gita as it is, chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness, text number 5. Читаем Бхагавад Гиту, как она есть, глава 13, природа, наслаждающаяся и сознание, пятый текст. Риши бир бахуда гитам. Риши бир бахуда гитам. Чандо бир виви. Vividai Pritak Chandra Vividai Pritak Brahma Sutra Padaischaiva Brahma Sutra Padaischaiva Hetu Madbir Vinischitai Hetu Madbir Vinischitai Rishi Bir Bahuda Gitam Rishi Bir Bahuda Gitam Chando bir vividai pritak Chando bir vividai pritak Brahma sutra padais chaiva Brahma sutra padais chaiva Hetu mad bir vinis chitai Hetu mad bir vinis chitai Rishi bir bahuda gitam Rishi bir bahuda gitam Chando bir vividai pritak Chando bir vividai pritak Brahma sutra padais chaiva Brahma sutra padais chaiva Hetu mad bir vinis chitai Hetu mad bir vinis chitai Rishi bir bahuda gitam Rishi bir bahuda gitam Chando bir vividai pritak Chando bir vividai pritak Brahma sutra padais chaiva Brahma sutra padais chaiva Hetu mad bir vinis chitai Hetu mad bir vinis chitai Rishi bir bahuda gitam Chandra bir vidhaprita Brahma sutra padaischaiva Brahma sutra padaischaiva Hinu nakir vinischitai Hinu nakir vinischitai Rishikir bahuda gita Rishikir bahuda gita Chandokir vidhaprita Brahma sutra padaischaiva Brahma sutra padaischaiva Brahma
Брахмасутра Падашчайвам. Кету Матхир Винишчитай. Ришипхих, великими мудрецами, Бахутхам, по-разному, Гитам, описано, Чандопхих, ведическими гимнами, Вивитхайх, разными, Притхак, по-разному, Брахмасутра, Веданты, Падайх, афоризмами, Ча, также, Эвам, безусловно, Этумапих, причин и следствий, Винишчитайх, определены. Перевод стиха. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поля в разных ведических шастрах. Особенно подробно с объяснением всех причин и следствий об этом рассказано в Царитамрите Сутре. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная Личность Бога Кришна является высшим авторитетом в этой науке. Однако мудрецы, признанные авторитеты, естественно, всегда ссылаются на авторитетных предшественников. Вопрос о тождестве и различии души и сверхдуши, вызывающий так много споров, Кришна освещает, ссылаясь на Веданту, который является признанным Священным Писанием. Он начинает стих, говоря, по словам многих мудрецов, что касается великих мудрецов, то помимо самого Господа, к их числу относится Вьясадева, автор Веданта Сутры, которой дано безукоризненное объяснение разницы между душой и сверхдушой. Отец Вьясадевы Парашара тоже является великим мудрецом. Он пишет в своих религиозных трудах, «Агам твам чатат ханье» – «Все мы, ты, я и другие живые существа, хотя и заключены в материальных телах, духовны по природе. Сейчас мы попали под влияние трех гун материальной природы в соответствии со своей кармой. Поэтому одни живые существа принадлежат к высшим, а другие – к низшим формам жизни. Причиной существования высших и низших форм жизни, проявленных в бесконечном многообразии живых существ, является и невежество. Однако оскверняющее влияние трех гун природы не распространяется на сверхдушу, которая непогрешима и трансцендентна. Аналогичным образом, в изначальных ведах и прежде всего в Катха-Упанишад также проводится разграничение между душой, сверхдушой и материальным телом. Об этом говорили многие великие мудрецы, среди которых самым авторитетным считается Парашара. Слово «чандопих» относится к разным ведическим писаниям. Так, о природе, живом существе и верховной личности Бога рассказывается в Тайтире Упанишад, являющейся частью Яджурведы. Как уже было сказано, кшетра – это поле деятельности, а две категории кшетрагии – это индивидуальное живое существо и верховное живое существо. В Тайтире Упанишад сказано «Прама пучкам пратиштхи». Энергия Верховного Господа проявляется сначала как анамая, зависимость живого существа от пищи. Это сугубо материалистическая концепция Всевышнего. Далее следует пранамая, осознав высшую абсолютную истину как пищу, живое существо затем постигает его в признаках жизни, то есть в разных ее проявлениях. На уровне гьянамая живое существо не только осознает различные проявления жизни, но и начинает мыслить, чувствовать и желать. Затем оно постигает брахман, гьянамая, то есть перестает отождествлять себя с умом и признаками жизни в теле. Следующей высшей ступенью самосознания является анандамая, осознание живым существом исполненного блаженства природы брахмана. Итак, существует пять ступеней постижения брахмана, называемых брахма-пучхам. Из них первые три – анамая, пранамая и гьянамая – относятся к полю деятельности живых существ. Верховный же Господь, которого называют анандамая, трансцендентен ко всем полям деятельности. Веданта Сутра также описывает Всевышнего словами «Ананду Майя Бьясад» – «Бог, Верховная Личность по природе, исполнен блаженством». Чтобы изведать трансцендентное блаженство, он проявляет свою энергию как Вигьяна Майю, Прана Майю, Гьяна Майю и Ана Майю. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но Ананда Майя отлична от живого существа. Это означает, что если живое существо захочет наслаждаться, соединив свои желания с желаниями Анандамайи,
достигнуть совершенства. Таково истинное положение Верховного Господа, которому известны все поля деятельности живого существа, знающего свое поле и подвластного Господу, и природы, представляющей собой поле деятельности. Все эти истины можно найти в Веданта-сутре, которую еще называют Брахма-сутрой. Здесь сказано, что Брахма-сутра представляет собой логически стройную систему афоризмов, связанных по принципу причин и следствий. Например, на вият ашрутех, на атма ашрутех и парату тачрутех. В первом афоризме говорится о поле деятельности, во втором — о живом существе, в третьем — о Верховном Господе, суммум бону, среди всего многообразия проявленных существ. Омма гьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чакшурнидхитам йена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобхиштам стапитам йена бхутале Свайам рупа гадамайам дадати свападантикам Бандеям Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнабамща Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Садживам Сатвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Ладита Шри Вишакхамитамсча Хе Кришна Карана Синдху Дина Банду Джагатпате Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rupyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So in this 13th chapter began with an inquiry from Arjuna. 13 глава начинается с вопросов Арджуны. He asked Krishna to tell him about the field of activities and the knower of the field of activities. Он просит Кришну рассказать ему о поле деятельности и о знающем это поле. And knowledge and the goal of knowledge. Также о знании и о цели познания. So Lord Krishna was replying. He's going to reply to. He's going to explain all of these different things. И Кришна собирается объяснить все эти различные вещи. There's two others. Arjuna also wanted to know about Prakriti and Purush. Также Арджуна хочет узнать о Пракрити и Пуруше. And that's the more difficult thing. Comes later in the chapter. Это более сложная вещь, и она будет обсуждаться дальше в этой главе. But quickly, Krishna clears up, explaining what is about the field of activities and the knower of the field of activities. Но здесь вначале Кришна ясно объяснил, что является полем деятельности, что является знающим это поле. Now there's some controversy in understanding if the knower of the field of activities is one or two. Есть некое противоречие в понимании того, сколько есть знающих поле деятельности, один или два. In other words, are there two souls, or is it just one soul with two different names?
Другими словами, это одна душа или две души с разными именами. Just like we can also have different names. You know, at home you may have one name, and you go to school, you go to work, you have another name. То есть, допустим, одна душа с разными именами. Например, как мы можем ходить в школу, нас там одним образом называют, в других местах по-другому. And so the soul can also be known in different ways. Таким образом, душа может проявляться различными способами. So there is a lot of discussion whether or not there is one soul or two souls. Итак, много разговоров по поводу того, одна душа или две души все-таки. So Lord Krishna is going to explain about this. И Кришна собирается рассказать все это. In the previous verse, Lord Krishna was summarizing the different knowledge, the different items of knowledge which he's going to explain. В предыдущем стихе он рассказал о знании различных этих вещах. But Krishna said in the previous verse, he said, I'm just going to tell you in brief. Но Кришна рассказал в предыдущем стихе, что он сказал об этом вкратце. Because Krishna knows if we go into too much detail, it will become very deep and philosophical, and only few people may be interested. Поскольку если рассказать это очень подробно, то это будет выглядеть очень философски, и только несколько человек смогут понять это. But Krishna said, if you do want to know in detail, then Krishna is telling you where you can find this information. Но если человек хочет, если Арджуна хочет подробнее узнать об этом, то он дает ссылку на то писание, где он может узнать об этой информации подробнее. And Krishna said, you can get this information in books like the Vedanta, the Brahma Sutra, or which is sometimes called Vedanta Sutra. Он говорит о том, что человек может найти эту информацию из Брахма-сутры, которая также называется Веданта-сутра. Брахма-сутра was a book written by Шрила Вьясадева. Брахма-сутра — это книга, написанная Шрилой Вьясадевой. It's a very important book. Это очень важная книга. And it explains logically the nature of the truth. Там объясняется логически, объясняется природа истины. There are the Vedas. The four Vedas are called Shruti. Четыре Веды называют Шрути. And the supplements to the Vedas, like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is from Mahabharata, are all in the category of Smriti. А дополнение к Ведам, в частности Бхагавад Гита, которая является частью Махабхараты, относится к категории Смрити. But the Vedanta Sutra is Nyaya, meaning logic. А Vedanta Sutra относится к категории Nyaya, логики. Lord Chaitanya was a teacher of logic before he became a sannyasi. Господь Чайтанья был учителем логики перед тем, как он принял саньясу. He used to enjoy going around arguing with people. Он использовал и наслаждался разными аргументами, беседуя с людьми. Because he was very good in logic. Поскольку он очень хороший логик. And he would meet the devotees, and he would challenge them to debate and to discuss something. Он встречался с преданными, бросал им вызов, чтобы обсуждать с ними какие-то вопросы. And the devotees would feel uncomfortable just to meet him. If they saw him coming, they'd go the other way. They didn't want to meet him. И преданным было как-то неловко с ним все это обсуждать, поэтому когда они видели его на улице издалека, они обходили его стороной. You know, sometimes you have, you know, somebody like that. You don't want to see them. You'd rather not see them. So you turn and go the other way. Поэтому когда вот кто-то ему попадался, ну они Господь Чайтанья встречался им на дороге, и они хотели с ним общаться, а они обходили его стороной. So the Vaishnava, some of the devotees, like Gadadhar and Shribas and so on, when they saw Lord Chaitanya and Nimai Pandit coming, they said, oh no, here's Nimai, oh, go the other way, we don't want to meet him, he'll argue with us.
когда там Шривас Такур или Гададхара Пандит, они видели Господа Чайтанью, они думали, о, идет Нимаю, он алогик, сейчас опять будет спорить с нами. Right. In Kali-Yuga, people like to argue about things. В Кали-Югу люди аргументируют, часто как бы обсуждают или беседуют на разные вещи. Characteristic of the age of Kali, that people quarrel and argue with each other, disagree about small things, they make them into big issues. Характеристикой Кали-Юги является то, что люди спорят по разному поводу, и из маленькой мухи они могут раздуть большого слона. So some people are very expert in logic and they like to go around and debate with people and they make them declare that they are a champion in logic. Некоторым людям нравилась логика, и они ходили и побеждали там других и становились чемпионами в логике. Just like Rupa and Sanatan had retired to live in Vrindavan, and there was this one big pundit came and he was going everywhere challenging people to debates. Как это Рупа Госвами перед тем, как уйти во Вриндаван, там пришел известный какой-то знаменитый логик, и он бросил вызов. So he had heard that Rupa Goswami and Sanatan Goswami, that they're big scholars, they're great pundits. So he came to debate with them. Он слышал о том, что Рупа и Санатана Госвами являются великими учеными, и поэтому он хотел встретиться и победить их. So he came to Vrindavan and he found Rupa and Sanatan and he said, I want to debate with you. And if I defeat you, you must sign my document saying that I defeated you. И он встретился с Санатаном и сказал, что я хочу с вами сражаться в таком логическом споре. Если вы не хотите со мной спорить, тогда вот просто подпишите бумагу о том, что вы проиграли. So they said, said, we admit defeat. Where is your paper? We will sign it right now. И они сказали, да, мы признаем свое поражение. Где твоя бумага? Давай мы поставим себе подпись. So the man was very happy. Oh, I've defeated Rupa and Sanatan. I've got them. I've defeated them. I've got their names on my paper. И этот пандит, он был очень доволен о том, что он победил Рупу и Санатану, и что у него на бумаге стояли его их подписи. They did not want to waste their time arguing with this foolish person. Но они просто не хотели тратить время на споры с этим глупым человеком. They were too busy chanting the holy name and discovering the places of Krishna's pastimes to be bothered to argue with this foolish person. Они были заняты воспеванием святых имен, и также им нужно было открывать разные святые места. То есть они не хотели тратить время на споры с этим человеком. But Jiva Goswami, he heard what had happened, and Jiva Goswami, who was the nephew of Rupa and Sanatan, he found this man and he challenged him to debate. Но Джива Госвами услышал об этом, он был племянником Рупы и Санатаны, и он бросил вызов этому пандиту. And Jiva Goswami defeated him so badly that the man could hardly continue his life. Джива Госвами разбил полностью этого пандита, что ему было так тяжело, что он хотел оставить свое тело. Jiva Goswami considered it was important for him to challenge this man because he knew that his uncles were much more intelligent, much better scholars than him, but they didn't want to waste their time arguing. Джива Госвами понимал, что Рупа, Санатана, его дяди, они очень разумные личности, но они просто не хотели тратить время на споры с этим человеком. But Jiva Goswami considered that if this man goes around saying he defeated my two uncles, then it will give people the bad impression that we are not very scholarly, that we're not very philosophical. И он подумал, что если этот человек будет ходить с этой бумагой повсюду и будет говорить о том, что он победил Рупу и Санатану Госвами, то это
ну, вызовет не очень хорошее впечатление о положении Рупы и Санатаны. So Jiva Goswami considered it was his duty, considered it very important to find to defeat this man. И поэтому он считал, что это его обязанность, это важно найти этого человека и победить его. But when he defeated him, then his uncle Rupa Goswami heard about it. And Rupa Goswami was very upset with him. И когда он победил этого пандита, то об этом услышал Рупа Госвами, и Рупа Госвами был очень расстроен таким поведением Дживы Госвами. And he ordered him, "You're not fit to live in Vrindavan. Get out of the holy land." Он ему сказал, что ты недостоин жить во Вриндаване, уходи, отправляйся из этих мест. You have not behaved properly. You have not shown the proper behavior of a devotee. Поскольку ты проявил неправильное поведение преданного. And he ordered Jiva Goswami, you should get out of the holy land. И поэтому он приказал Дживе Госвами уйти со святых мест. So Jiva Goswami was heartbroken and he was shedding tears and he went to live in a hole where a crocodile used to live. И Джива Госвами, конечно, это был большой удар для его сердца, он плакал горючими слезами, и он нашел себе крокодилью нору, в ней жил. And he was shedding tears and constantly lamenting that he had been so foolish. Он там постоянно плакал и скорбил о том, что он был таким глупцом. But then Sanatan Goswami came to Rupa Goswami, and he said to Rupa Goswami, he said, "You are not following all the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu." Потом Санатана Госвами пришел к Рупе Госвами и сказал, что ты не следуешь некоторым правилам Господа Чайтанья Махапрабху. So Rupa Goswami said, "What? What do you mean? What do you mean? I'm not following. What? What am I doing wrong?" И Рупа спросила, каким правилам я не следую? So he said, "You recite all the teaching, all the principles of following Lord Chaitanya Mahaprabhu." Он Рупа Госвами написал вот эти все принципы следования учению Господа Чайтанья Махапрабху. So he was reciting the different principles, and he came to one: Jiva Hinsa, that one should be kind to all jivas. Санат ему сказал, что ты нарушил принцип Jiva Himsa, то есть сострадание к другим живым существам. He said, "See, you're not following this principle." Вот смотри, ты не следуешь этому принципу. Because Jiva was the name of the nephew, right? Поскольку Jiva было имя его племянника. You should be kind to Jiva. Bring him back into the Dham. Ты должен быть добр, сострадателен и Дживе, верни его обратно в Дхам. So then Rupa Goswami agreed, go and bring, we'll bring him back. И тогда Рупа Госвами смилостивился и вернул его назад. So people do debate, and Lord Chaitanya, of course, also debated with he had not really a debate, but a contest with Keshava Kashmiri, who was a great pandit, and he was a Digvijay, means he had conquered all directions. Или вот пример из Господа Чайтаньи, когда он вступил в спор с Кешавой Кашмири. Кешава Кашмири звали Дигвиджай, это тот, кто победил во всех направлениях. And this Кешава Кашмири came to Navadvip when Lord Chaitanya was still teaching. And Lord Chaitanya was sitting on the banks of the Ganga with his students teaching when this Keshava Kashmiri came. Когда Кешава Кашмири пришел в Навадвипу, то есть он там проходил мимо берега Ганги, и Господь Чайтанья обучал там своих учеников на берегу Ганги. And this Keshava Kashmiri was he was a big pandit, a big man. He had a big procession, a big entourage all with him. They had an elephant with them, and he was coming with a big procession, and there's people, this is a big pandit coming, Digvijay is coming to conquer all of Navadvip. И вот этот Кешава Кашмири, он там не шел в одиночку, за ним следовала огромная процессия со слонами, там с музыкой и так далее, чтобы все знали, что идет великий пандит Дигвиджай, который всех победил, и он тут пришел в Навадвипу. So at that time, Navadvip was the center of learning.
There were many, many great pundits living there, and they all had their different schools, they were all teaching. В Навадвипе тогда было очень много образованных, знающих людей, пандитов, и у них были школы. But when they heard this Keshava Kashmiri was coming to challenge them, they all ran away. Но когда Кешава Кашмири пришел и бросил вызов всем этим бандитам, они все разбежались. They all made some excuse. They said, "Oh, I have to go home. Oh, I have to go and see my in-laws. Oh, I have some urgent work to do." And they just ran away. They were embarrassed that if they had to meet Keshava Kashmiri and if they were defeated, then they would lose their reputation. Значит, у каждого из них находился какой-то аргумент, кто-то торопился домой, кто-то по каким-то другим делам. Так или иначе, они понимали, что если они проиграют Кешава Кашмири, то они потеряют свою репутацию. So they wanted to avoid meeting him, but Nimai Pandit at this time he was still a young man and he had his own students, although he was still a teenager, but he was a teacher, he had his own school, he was teaching. Но Господь Чайтанья, он был тогда еще молод, но у него уже была своя школа и свои студенты. And so Keshava Kashmiri came along with all of his people, and they saw Nimai Pandit there with all of his students, and Keshava Kashmiri came and spoke to Lord Nimai Pandit, Lord Chaitanya. И вот Кешава Кашмири и Господь, ну, Нимай Пандит тогда еще, они встретились, Кешава Кашмири пришел для того, чтобы вступить в этот спор с Господом Чайтаньей. So because they were on the banks of the Ganges, Lord Chaitanya requested Kesava Kashmiri, why don't you recite some poetry in praise of Mother Ganges? И поскольку они находились на берегу Ганги, Господь Чайтанья предложил Кешава Кашмири, почему бы тебе не воспеть славу матери Ганги? So this Keshava Kashmiri immediately began to recite verses, poems which he composed himself, glorifying Mother Ganga. И тут же немедля Кешава Кашмири стал читать стихи, которые были составлены им, прославляющие мать Гангу. And he composed 100 verses, and he composed them just like the wind. И он прочитал около 100 стихов, и скорость была подобна ветру. You know, if we have to compose a poem, even one verse, will take us some time. We all have to think about it. Oh, it will take some time. Если мы начнем писать хотя бы вот один стих, то нам потребуется какое-то время подумать. But this Keshava Kashmiri was so big pandit, he was reciting verses one after another, all glorifying Mother Ganga. Но поскольку Кешава Кашмири был великим пандитом, то он стал произносить эти стихи один за одним, без передыху, прославляя мать Гангу. And he composed 100 verses. И он составил 100 стихов. And after he stopped, then Lord Chaitanya said to him, Lord Chaitanya, Nimai Pandit, he was known as at that time because he was still a young man. He said to him, oh, you're a very great scholar. You're like Brihaspati. You can compose nice poetry, but there are some mistakes. И когда Господь Чайтанья, то есть Нимай Пандит, тогда он еще так его звали, он услышал эту позицию, он сказал Кешава Кашмири, о, ты великий пандит, ты великий ученый, ты прославил мать Гангу, но у тебя есть определенные ошибки. And Кешава Кашмири was shocked. What? There's no mistakes in my poetry. My poetry is perfect. То есть он его еще назвал подобным Брихаспати. И Кешава Кашмири сказал, ну что, какие ошибки? Моя поэзия совершенна. And Lord Chaitanya had not only memorized the poetry which he was reciting, but Lord Chaitanya had also analyzed them and found some mistakes in the verses. Но Господь Чайтанья не только запомнил все эти стихов, которые выпалил Кешава Кашмири, но он также их проанализировал и указал на ошибки. So this was a great humiliation for Kesava Kashmiri.
Это было как бы огромное, ну, милость или сострадание по отношению к Кешава Кашмири. And the students, Lord Chaitanya, the students were all laughing. They were all laughing. Oh, he got defeated. Ученики Господа Чайтаньи, они все, ну, как бы улыбались друг другу. О, Нимай победил этого пандита. He was thinking he's a big pandit and he got defeated by this young boy, young man. Он был великим пандитом, но был побежден каким-то молодым человеком. But Lord Chaitanya told his students, no, don't laugh. Но Господь Чайтанья сказал ученикам, что не нужно смеяться. So that Keshava Kashmiri, he was a great devotee of Mother Saraswati. Mother Saraswati is the goddess of learning. And people who study, who want to do well in studies and so on, they will worship Saraswati for blessings. Keshava Kashmiri был образованным человеком, он поклонялся матери Сарасвати. Если кто-то хочет прослыть великим человеком знания, он должен поклоняться матери Сарасвати. People who study art and music and so on, they will also worship Mother Saraswati. Люди, которые практикуют искусство или музыку, они также поклоняются матери Сарасвати, богине знаний. So this Keshava Kashmiri wondered, how is it possible he could be defeated by this young boy? And that night he prayed to Mother Saraswati that what was wrong? Did I make some offense? Did I offend you that I had to be defeated by this young boy? Кешава Кашмири этот вечер он размышлял о том, как так вот получилось, что его победили. Он стал молиться Сарасвати, почему так, какую ошибку я совершил, что меня победил этот юноша. And Mother Saraswati said to this Keshava Kashmiri that he is my worshipful lord. He is no ordinary young man. He is the supreme lord himself, and I also worship him. И тогда мать Сарасвати появилась перед ним и сказала, что это мой господин, это верховная личность Бога, и я сама поклоняюсь ему. So we see how people like to debate. You see, nobody can defeat Krishna and Lord Chaitanya when it comes to debating. Таким образом мы видим, что никто не мог в этих спорах победить Кришну или Господа Чайтанью. So we were saying there's some controversy whether the soul is one or two. So Lord Krishna is answering, he's explaining this with evidence from the Shastra. Итак, есть вот это вот противоречие, сколько же все-таки душ, одна или две, и Кришна указывает на эти моменты, ссылаясь на шастры. When it comes to some question of knowledge or philosophy, we should understand, we should analyze on the basis of the opinions of scripture, and then the not only scriptures, but also the holy men, the sadhus, and also the spiritual teachers. Когда мы обсуждаем какие-то философские моменты, то свои аргументы необходимо основывать на гуру, садху и шастры. So we say sadhu, shastra and guru. Everything has to be understood. They have to be in agreement. То есть, если человек хочет что-то понять, необходимо определенное доказательство, соглашение с этими тремя вещами. If you just have only guru, it's not good. Если вы опираетесь только на гуру, это еще не хорошо. Some people they just go by guru. I blindly follow my guru, and they never read the shastra, they never hear the sadhus. Некоторые люди слепо просто следуют своему гуру, никогда не читают шастры и не доверяют другим садху. And some people they just follow shastra. They never have a guru. They don't have a guru. They don't hear from the sadhu, the holy man. А некоторые просто изучают шастры, но у них нет гуру и они не общаются с другими святыми. That will also give you problems. Это тоже создаст проблему. And then if you just only go to the holy man, you don't have shastra or guru, it's also not right. You have to have three. Но некоторые просто общаются с садху, но они не изучают писание и не принимают гуру. Этого недостаточно. То есть необходимо все три момента. So here
Arjuna has already accepted Krishna as his guru. А здесь вот Арджуна уже принял Кришну как своего гуру. And Krishna has also said he is the highest truth. There's no one superior to him. И Кришна также сказал, что это истина, нет, выше она, истина выше, чем он. But still, to support his opinion, Lord Krishna is saying that this is also mentioned in the Vedas and also in the Brahma Sutras. Но чтобы как бы доказать свои слова, Кришна ссылается на то, что эти вещи описаны в Брахма Сутре или Веданта Сутре. And also the great sages like Parashara Muni, the father of Vyasadeva. А также великие мудрецы об этом говорят, такие как Парашара Муни, отец Вьясадева. And people like Valmiki, who wrote Ramayana. Такие люди, как Валмики, который написал Рамаяну. So these are all great sages. Это великие мудрецы. And we have to hear what is their opinion. Мы также должны выслушать их мнение. So Lord Krishna, you can see, although Lord Krishna is the supreme, he also makes use of scriptures, and he's also concerned to hear what the other great sages say. И хотя Кришна является верховным Господом, он также обращается к писаниям и к мнению других мудрецов. So we have to have all-round understanding. We have to hear from all different people, different angles. We have to make sure our conclusions are correct. А для того, чтобы прийти к правильному выводу или заключению, необходимо вот эти все три момента. If you just only follow what you take the shastra, I follow shastra, but there's so many different interpretations of scripture. What version are you going to follow? Whose interpretation are you going to follow? Кто-то может сказать, вот я изучаю шастру, исследую шастры, но есть много разных интерпретаций шастр, и поэтому можно спросить, какой именно интерпретации ты следуешь? We know in Bhagavad Gita there's hundreds of different, thousands maybe different versions of Bhagavad Gita, and they're most of them all giving different opinions. Значит, в Бхагавад-гите сотни стихов, и разные мудрецы, они дают разные толкования этих стихов. And the same is true with other scriptures as well, particularly Vedanta Sutra. It can be understood in so many different ways. Или вот Веданта Сутру, ее можно понять многими разными способами. Veda means knowledge. Vedanta means the end of knowledge. Веда означает знание, Веданта означает конец всего знания. But sutra means condensed. Но сутра означает очень краткое изложение. Just like you may pack everything. Maybe you're going traveling. You're coming back from the holy dham, and you brought a lot of things when you were in the holy dham. So you pack everything in your luggage, right? Как, например, вот когда вы пытаетесь упаковать свой багаж, когда вы возвращаетесь обратно из святых мест, вы пытаетесь огромное количество вещей упаковать в свой небольшой чемодан. So many things you want to bring back, pack it in. Вы подобрали такое большое количество вещей и пытаетесь это все упаковать. So sutra is like that. It's all packed in. И сутра вот подобно этому, они кратко сжаты, упакованы. It's all in one book, but it's very condensed, very thick. Это одна книга, но там все очень сжато, сконцентрировано. So different people understand it in different ways. The Mayavadi sannyasis are all studying Vedanta Sutra, just trying to understand what is the meaning. И разные вот школы, они по-разному толкуют Веданта Сутру. Майявади тоже изучают Веданта Сутру для того, чтобы понять ее значение. Many different people study even Bhagavad Gita. Some people write commentaries on Bhagavad Gita, and they're trying to understand what is the meaning. Многие люди пишут комментарии на Бхагавад Гиту, и они пытаются понять значение Бхагавад Гиты. So it's not possible to just simply follow scripture.
Поэтому недостаточно просто следовать Писанию. We have to also be guided by the holy men, the great thinkers. Необходимо также быть под руководством великих людей, мудрецов. Just like if we just read Bhagavad Gita without purports, then it's very hard to know what is the meaning, what is the verse about. Как, например, если читать Бхагавад-гиту без комментариев, то сложно понять, что говорится в этих стихах. So the commentaries, the purports are very important for us to help us understand. Комментарии, они важны для нас, они помогают нам понять значение. And these purports are all given by different great philosophers, great sages, great devotees. Эти комментарии даны великими философами, мудрецами, преданными. Srila Prabhupada's purports particularly use the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur and Baladeva Vidyabhusan. В частности, Шрила Прабхупада использовал в своих комментариях цитаты Вишванатха Чакраварти Такура и Баладева Видьябхушана. And other great acharyas from other places may also sometimes, if they've given a very important comment, then Prabhupada will include it also in the purport. И также другие ачарьи давали на какие-то стихи важные комментарии, и Шрила Прабхупада включал их комментарии в свои комментарии. So when we read Prabhupada's purports, we are hearing from these great devotees, these great personalities. Таким образом, когда мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады, мы также слушаемся или общаемся с другими великими личностями. The original verse, this is Krishna. Изначальный стих это Кришна. Then we have to understand what is Krishna saying. Krishna is the guru, and we have the commentary, we have the interpretation, the meaning of the verse given to us by these great devotees. Кришна является гуру, а также мы должны понять комментарии, которые написаны великими преданными. So we have the shastra, and we have the devotees, the sadhus, and the guru is also there to help us to understand everything in our own particular practical, how we can apply this knowledge practically in our situation. Вот есть, получается, шастра, есть гуру и есть разные мудрецы, и необходима помощь их всех для того, чтобы мы смогли практическим образом применить это знание в своей жизни. There will be some variations in course of time. Поскольку происходят разные изменения с течением времени. Mm-hmm. So the spiritual teachers, spiritual masters, they can understand how to practically apply the message of the scriptures. Духовный учитель, он понимает, как можно практически применить это знание в текущее время. Certainly, things are different now than they were 500 years ago. То есть сейчас время немножко отличается от того, что было 500 лет назад. We cannot do exactly everything the way Lord Chaitanya did it, and the way the devotees of Lord Chaitanya did it 500 years ago. Мы не можем делать все те вещи, которые делал Господь Чайтанья 500 лет назад, и его преданные делали. So it's very important that we consult all three: sadhu, shastra, and guru. Поэтому очень важно консультироваться со всеми тремя источниками: садху, гуру и шастры. And then a large part of the purport of this verse, there's a Prabhupada is explaining this Brahmapucham, five different realizations of Brahman. Во второй части комментария Шрила Прабхупада описывает вот эту теорию о Брахмапучхам, то есть пять уровней Брахмана. Сознание Брахмана. And the lowest level of realization is called anamaya, means one's realization is simply in footprints. Самый такой простой низкий уровень осознания Брахмана называется анамаля. Ана означает пища. And some people, they have the consciousness, they just live to eat, no other thinking.
А некоторые люди, они думают только о еде и больше ни о чем. Just like a newborn baby, when they're born, you know, all they do is they want food and then they sleep. Вот как, например, новорожденный, все, что он делает, он думает о еде и о сне. And soon when they wake up, then they have to, mother has to feed the child, then the child goes back to sleep. То есть он просыпается, он, мать его кормит, и он снова потом засыпает. And when the child begins to grow, you give it a flower, or whatever you give it, once you put it in the mouth. Когда он подрос, все, что бы ему не дали в руки, допустим, цветок, он все это будет тянуть в рот. Because the consciousness is not very developed, so they're only thinking food, that the goal of life is to eat. Поскольку он еще, его сознание не очень высокое, то все, о чем он думает о еде, он думает, что это цель жизни. But of course this is a living, this is a sign of consciousness that life is here, that they want to eat. То есть такого сознания, то есть он хочет есть. But it's the lowest level of consciousness. Но это низкий уровень сознания. And a little higher than anamaya, then becomes pranamaya. One becomes more aware of the different life symptoms, with the energy within the body. He can understand himself as an individual. Если пойти на следующий уровень, называется пранамая, когда человек начинает понимать некоторые симптомы жизни, он понимает, что он является какой-то индивидуальностью. A young, very young baby, they're still very attached to the mother. They cannot be away from the mother for very long. Маленький ребенок, он очень сильно привязан к матери, потому что он как бы не понимает пока своего существования отдельно от матери. Because they're still thinking, they've just come from the womb, and they're still identifying with the mother, that they're one with the mother. Поскольку он вышел из чрева матери, то он отождествляет себя с матерью. But when they come to pranamaya, the higher level of consciousness, then they can understand that they're separate from the mother. Но когда он, его сознание немножко поднимается, он уходит на уровень пранамаи, то он понимает, что есть какие-то отношения с матерью. То есть, то личность, индивидуальность, у него есть отношения с матерью. And they're aware of their own activities, their individual activities. И он также начинает выполнять какую-то свою индивидуальную деятельность. And then next level is called Gyanamaya. Следующий уровень называется Gyanamaya. Where there's more thinking, more conscious, a higher level of awareness. Когда человек больше думает, размышляет. So these are the three material levels, three different realizations of Brahman, which are material. They relate simply to the body, the field of activity. И вот эти вот три уровня, они относятся как бы к телу или к полю деятельности. But then there's two more realizations of Brahman. One is called Vijnanamaya, and the other is Anandamaya. Есть еще два уровня сознания Брахмана. Это Vijnanamaya и Anandamaya. Vijnanamaya means realization of one's spiritual existence. Knowing oneself as a soul. Vijnanamaya означает, что живое существо осознает свою духовное тождество как вечная душа. And Anandamaya is to realize the supreme, that there's a supreme being, and we're his servant, we're related to him. Анандамая подразумевает осознание верховной личности Бога и понимание себя как слуги. Который имеет отношение с этим верхом. So our consciousness becomes perfect when we understand the position of Anandamaya. Сознание становится совершенным, когда человек поднимается до уровня Анандамаи. So these five different concepts of Brahman are mentioned here in the purport, and this is taken from the Vedas. Итак, вот пять концепций сознания Брахмана упоминается в комментарии, и также упоминается в Ведах. To understand different realizations of our existence. Для того, чтобы осознать разные уровни понимания своего существования. Okay, any questions? Еще какие-то вопросы есть?
Yes. Вопрос. Когда говорится, что мы должны быть гуру, да, саттва и шастра, гуру это только дикша гуру или шикша гуру тоже? When we say about guru sattva и шастра, guru means only дикша гуру or also шикша гуру? Guru means shiksha or diksha. Guru означает шикша или дикша. Guru is one, but he comes in many forms. Guru один, но проявляется в разных формах. Right? In our disciple course, have you all studied the ISKCON disciple course? Yeah. Уже проходили курс ученик в ISKCON. So we are introduced. It's very important point made to understand that we need to have not only just a diksha guru, we need to also have shiksha. В этом курсе как бы это важный момент, где говорится о том, что нам необходим не только дикша гуру, но и шикша гуру. We don't just think of the guru as one person. Мы не думаем о гуру как об одной личности. We have to have also shiksha gurus. Мы должны также иметь шикша гуру. And we want to hear from many different people. It's one of the great benefits of the ISKCON society that we have multiple, we have many spiritual teachers. Одно из преимуществ нашего общества ISKCON состоит в том, что у нас очень много духовных учителей. If we simply think of the guru as one person, then we're in a very difficult situation. Если вы думаете о духовном учителе как об одной личности, то вы находитесь в очень сложной ситуации. Because the guru's body is temporary, the guru will go or you will lose his associate, then what will you do? Гуру, его тело временное, и ему придется оставить тело, и когда он уйдет, что вы будете делать? So it's very valuable to take advantage of the association of all the different spiritual masters. Поэтому это важная вещь оценить возможность общения с многими духовными учителями. And to think of them also as gurus. И думать о них тоже как о гуру. Right? In the disciple course, they quote from the very first verse of the Chaitanya Charitamrita. The very first words of the Chaitanya Charitamrita begins, Bande Gurun, I offer obeisances to all the spiritual masters. Там цитируется, значит, из Чайтаньи Чаритамриты, приводится первый стих, и первый стих звучит, там упоминается Ванде Гурун, то есть я выражаю почтение всем духовным учителям. So particularly we have Srila Prabhupada as the founder Acharya, who is the Shiksha Guru and Acharya for all of the members of ISKCON. В частности, вот Шрила Прабхупада, он является основателем Ачарьи и Шикша Гуру для всех членов ISKCON. But we also have our If we get initiation, take initiation, we have a Diksha Guru, and we should also have Shiksha Gurus. И мы также, принимая инициацию, имеем Дикша Гуру, и также необходимо иметь разных Шикша Гуру. Бану Свами was just here recently. Now Бану Свами, generally, he doesn't give initiation because he's busy writing books. Вот Бану Свами, он был недавно здесь, он в целом не дает инициации, поскольку он занят написанием книг. But he has many shiksha disciples. Но у него много последователей шикши. And on his Vyasa Puja, I saw so many offerings from his shiksha disciples. Во время его Vyasa Puja я слышал много подношений от его учеников шикши. So there are many other senior Vaishnavas, they may not be taking disciples yet, but you can also consider them to be like Shiksha Gurus. Много старших таких Вайшнавов, они уже не принимают учеников, но они принимают людей как Шикша. Probably it won't be long before many of the senior devotees are also initiating. In the near future, they may also be initiating. И в будущем мы также будем инициировать или инициированы.
Because most of Prabhupada's disciples are all, you know, we're all 60s and 70s now. So how long will we be here? We won't be here forever in this world. Многие из учеников Шрилы Прабхупады уже находятся в возрасте 60-70 лет. Как долго они еще будут оставаться здесь? So the work has to come to the next generation of devotees. Поэтому необходимо приложить какие-то усилия для того, чтобы создать следующее поколение преданных. So you have to be prepared to take instruction from people. Поэтому вы должны быть готовы к тому, чтобы давать наставления людям. I was initiated by Srila Prabhupada in 1971. Then Srila Prabhupada left the world in 1977. Я был инициирован Шрилой Прабхупадой в 1971 году, а он оставил этот мир в 1977 году. And I never got any real direct instruction from him. Я даже от него каких-то прямых наставлений не получал. So I have to get guidance. I need somebody to guide me and train me. Я нуждаюсь также в каком-то руководстве. Кто-то должен меня направлять и наставлять. So I was working under the shelter of Tamal Krishna Goswami. Я работал, служил под убежищем Tamal Krishna Goswami. Tamal Krishna Goswami had been personal secretary to Srila Prabhupada. Tamal Krishna Goswami был личным секретарем Шрилы Прабхупады. But then in 2002, Tamal Krishna Goswami also left the world. Но затем в 2002 году Tamal Krishna Goswami тоже оставил этот мир. So after he left the world, then I still, even though I'm much older and I was a sannyasi by that time, but still I need association. I need to have senior guidance, senior association. Но после этого я продолжал нуждаться в общении каких-то старших преданных, хотя я уже повзрослел и стал саньяси, тем не менее мне требуется руководство. So even though you may be a sannyasi and a guru, still you also want to take association from senior devotees and to hear from them and get guidance. Даже если вы получили саньясу, тем не менее вам необходимо помощи руководства каких-то старших вайшнавов. No one should think, I don't need their guide. I don't need to hear from them. That is not good. Никто не должен думать, что мне не нужны уже старшие преданные, мне от них больше нечего слушать. It's very important. First you take instruction, and then after taking instruction, then you think about taking initiation. Прежде всего, вы должны получить наставление и следовать этим наставлениям. И потом следующим шагом вы получите посвящение. And generally, we will take instruction, we will hear and take the benefit guidance from several different people. И в целом мы получаем вот эти наставления от многих разных личностей. There may not be many people come here, but then if you're eager, then you will go to Sadhu Sangha, or you will go to festival, or you will go somewhere and meet the senior devotee. Если вы не можете тут найти для себя подходящее общение, тогда езжайте на фестивали, на Sadhu Sangha, и встречайтесь там со старшими преданными. Now, also we should mention that the Shiksha Guru, he should confirm the instructions of the Diksha Guru. They work. They should have the same teaching. Также Шикша Гуру должен подтверждать слова Дикша Гуру, то есть они должны следовать одному учению. And of course, Шикша and Дикша Гурус, they're all following Шрилы Прабхупады's teaching. Поскольку все Шикша и Дикша Гуру, они следуют учению Шрилы Прабхупады. The purpose of taking Diksha and Shiksha is to connect us more fully, more closely to Srila Prabhupada's teachings. Целью Шикши и Дикши сблизить человека со Шрилой Прабхупадой. Yes? Я хотела спросить, мы же должны учиться всему, да, из Бхагавата, что когда вы применяете себя. И вот это история с Джива Госвами, которая с вами, да, он все-таки сказал, да, мне нужно было внимание найти, да, хотела закупиться, да, что мы должны из этой истории вынести из себя, да, как мы должны. Почему хотела научиться?
should take some lessons from different stories. Which lessons we should take from the story of Jiva Goswami? Jiva Goswami and Rupa Goswami. Which lessons we should get from the story of Jiva Goswami? What can we understand from this story? The story I told today? Jiva Goswami, he defeated Divijaya. Well, the lesson was that Jiva Goswami wanted to preserve the respectability and the position of his teachers. Итак, Джива Госвами, он хотел защитить уважаемую позицию своего учителя. He defeated this person in order to show the position of his uncles, that his two uncles were actually only being humble when they signed the paper. То есть он хотел показать тем, что он победил этого Дивиджая, что позиция его дяди гораздо выше. То есть и то, что они поставили свою подпись, это просто их было смирение. So when we preach, we should defeat the materialists, we should defeat the atheistic and materialistic philosophies to show the supremacy of Srila Prabhupada's teachings. И мы должны побеждать материалистов и какие-то атеистические учения для того, чтобы показать значимость Шрилы Прабхупады, проявить его значимость. We should not be defeated. Мы не должны терпеть поражение. We have to also defend the Krishna conscious philosophy when it's attacked. А мы также должны зависеть или защищаться философии сознания Кришны, когда нас атакуют. Just like we tried to stop the Bhagavad Gita, right, in Russia. One city, they said this Bhagavad Gita is not good, we don't want to print it, we want to ban it. So we had to fight, we had to defend it. Как, например, была история с Бхагавад Гитой в одном из городов, когда ее хотели запретить, они говорили о том, что это не очень хорошая книга, мы не хотим ее печатать и так далее. И мы должны были бороться, сражаться за это. Окей. He was punished by Rupa Goswami. Does it mean that if we doing something in proper way, but we receive some punishment for this, we should accept this punishment? It's okay. Well, yes, maybe. More chanting. Let me say, you should do more chanting. You should do more service. Вы должны делать больше воспевать, больше служения делать. There was one incident. One young man had an illicit affair with a woman. Srila Prabhupada told him, "You should not eat opulent food." Был один инцидент, мужчины проявилось вожделение по отношению к какой женщине, и Шрила Прабхупада сказал ему, что ты не должен есть роскошной пищи. Generally, another person, it's not the duty of another person should not punish you, but we should punish ourselves. Если вас не накажет какая-то другая личность, то вы можете сами себя наказать. We should think, I should make some atonement to try to improve myself. Вы можете сказать или подумать, что я не прав, или я действую неверно. So the punishment is more devotional service. То есть наказание является то, что вы совершаете больше преданного служения. It's not really punishment at all. That
that is like how we overcome it. We've done something wrong. What we if we fall down, how do we come back to Krishna consciousness? We have to take up devotional service again. Если вы где-то ощущаете вину или вот испытали падение, как вы можете вернуться обратно в сознание Кришны, совершая еще больше преданного служения? That's the proper atonement. Это atonement. Atonement. What's atonement? You know, that's the proper way to make up for a fall down. You begin again. Правильная реакция на то, если на то, что если вы где-то совершили ошибки, как правильно реагировать на это? Atonement, prayaschit. То есть, да, это форма прощиты. Искупление грехов. Искупление, да. Искупление. Окей. Я сейчас скажу такую фразу, да, что Прабхупада для нас является и садху, и гуру, и шатрой. Насколько конкретно такое утверждение? He held that Prabhupada for us, he is a guru, a sadhu, and shastra, the same. I held that Prabhupada for us, he is a guru, sadhu, and a shastra, simultaneously. Yep, but you could say Prabhupada's books are the shastra. Книги Прабхупады это шастры. And within the purports, you're getting the association of sadhus. А вот в самих комментариях вы получаете общение с садху. Yeah. And Prabhupada is a guru. А Прабхупада – гуру. And even you have another guru, and they're giving you Prabhupada. They're simply repeating everything, what they heard from Prabhupada. Так вы просто повторяете то, что вы услышали или прочитали из книг Шрилы Прабхупады. So yeah, and so Prabhupada. Это все, да, в этом смысле Прабхупады. У Прабхупады были преданные, которых он считал старшими, с которыми он советовался? Которых он получал шикшу. Did Shrila Prabhupada have disciples? Have disciples which he... Не ученики, а он сам. Получал кого-то Получал ученик Шрилу Прабхупада, шикшу, сам от старших вайшнавов. Did Shrila Prabhupada receive шикшу from another senior vaishnavas? Did Prabhupada receive шикшу from other senior vaishnavas? Well, when Prabhupada took sannyas, he went to Keshava Maharaj, and he asked him, what do you think? Should I take sannyas? То есть, когда Шрила Прабхупада получал саньясу, перед этим он пришел к Кешава Махараджа и спросил, что вы думаете об этом, нужно ли мне принимать саньясу? Yeah. So yeah, Prabhupada definitely had association with senior Vaishnavas. Несомненно, Прабхупада общался с другими старшими вайшнавами. He was associating with Шридхар Махарадж. Также общался со Шридхаром Махараджем. He was associating with Keshava Maharaj. And different Gaudiya Vaishnavas, he would associate with them. Разные Gaudiya Vaishnavas общались с ним, он с ними общался. He would also ask sometimes, discuss philosophy with them. Когда они обсуждали философию друг с другом. Certainly. Prabhupada association with people. He said his spiritual master left. He was initiated in 1933, and his spiritual master left the world in 1936. Его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати, он встретился, получил инициацию в 1933 году, а его гуру ушел в 1936 году. So he was only with his guru 4 or 5 times. То есть он общался с своим гуру, может быть, 4 или 5 раз. But he said he never forgot his instructions. Но он говорил, что я никогда не забыл его наставлений. But he never forgot his instruction. At the same time, he was associating with people. Он никогда не забывал наставления своего духовного учителя, но в то же самое время он общался с другими вайшнавами. He took sannyas, he accepted sannyas from Keshava Maharaj. Он принял саньясу от Кешава Махараджа.
And so certainly indicates that he had some respect for these people. Означает, что он оказывал определенное почтение этим личностям. He said about Sridhar Maharaj, he said that Sridhar Maharaj was the only one among his god brothers who was able to give commentary on book like Srimad Bhagavatam, apart from him. То есть Шрипад говорил о Шридхаре Махарадже, что он та личность, которая может давать комментарии на Шримад Бхагаватам, помимо него. Two devotees sent to India before Prabhupada had begun any ISKCON center in India. There were two young men, two brahmacharis, came to India and they were staying in the temples. And Prabhupada told them that you can take instruction, you can take shelter from Sridhar Maharaj. Перед тем, как еще Прабхупада приехал в Индию, туда приехало два брахмачари. И Шрила Прабхупада посоветовал им получать наставление у Шридхара Махараджа. And Prabhupada said that I also consider him like a Shiksha Guru. И Прабхупада также считал его Шикша Гуру. Шридхара Махараджа Шикша. No, I don't know if Prabhupada actually said that. Я не знаю, не помню, говорил. I can't remember, I have to check that. Потому что посмотреть, я не помню точно. Ну, вам же почитай. Вон там рука. Окей. Any other question? Да, вот, Матыч. Yeah? Да, говорите. Можно спросить, как проявляют сейчас в современном мире сострадательную любовь? Когда у людей не материализма, религиозного. Сострадание к людям, да? Сострадательную любовь. How can we display or manifest humiliate love to another people because we are so materialistic persons, we eat meat and don't follow the principles, how to manifest, humiliate love, like this, humiliate love. Humiliate? Love, yes, to the people. How to humiliate love? Humiliate or compassionate love. Compassionate love, yes. How to show compassionate love to other people. Well, just simply by being kind and willing to hear from them, making friends, you know, making friends, we should know how to make friends with people, just simply by being willing to hear from them, being willing to give them shelter, give them some time. То есть необходимо в целом просто как бы создавать друзей среди этих людей. То есть что это означает? Нужно уделять какое-то им время, может быть, где-то слушать, где-то им помогать. Just by simply caring about them, showing your concern for them, asking them, how are you? Какую-то, заботу о них проявлять или, хотя бы задавать такие вопросы, как у вас дела? Or when they have some difficulties, and then can, is there anything I can do to help you, and have you recovered, have you got your health back, are you all right? Just simply showing some concern and care for them is a good way to show some love. То есть, если они испытывают какие-то трудности, вы можете, может быть, как-то помочь или поддержать их и так далее. То есть таким образом необходимо просто проявлять заботу о людях, так мы проявляем по отношению к ним свою любовь. We talk about reaching out, we're going out, making a point to care about them, to ask them, how are you? I haven't seen you for a while. Are you all right? Is everything okay? То есть выходить, не выталкивать их, а выходить, задавать им вопросы, как вы поживаете, что можно помочь. Just being a kind and concerned for them, asking them, how is your family?
How's your husband? How's your children? Is everybody okay? Is your mother all right? Like this, you know, just showing you care about them. Итак, проявлять какую-то заботу по отношению к ним, задавать такие вот простые вопросы, как вы, как ваша семья, как ваша мама, там, отец и так далее. This is how you make friends. Это как бы тот способ, как мы можем творить, создавать друзей вокруг себя. People, there are a lot of lonely people around. Очень много одиноких людей вокруг. And they would be very happy to have friends. И поэтому они будут счастливы, если у них появится друг. They often feel disappointed with other relationships. So people have cheated them, people have been unkind to them, people have taken advantage of them. Поскольку многие люди разочарованы от отношений, поскольку люди их или эксплуатируют, или обманывают, или пользуются ими. So you try to have a genuine relationship with people, showing your care for them. Поэтому проявляйте какие-то отношения, развивайте отношения с людьми, проявляйте заботу о них. And if you do, then you'll have a lot of friends. А если вы будете это делать, тогда у вас будет много друзей. Okay, Srimad Bhagavad Gita ki. Yeah.